Привет всем! В этом ролике хочу рассказать про вот эту винтовку. Винтовка, как вы видите, вот винтовка Мосберг, калибр 5.56 НАТО. Это, по сути, карабин на базе М4. Но рассказывать-то я буду не в общем, это не просто обзор будет винтовки, а я хочу показать конкретный прибамбас, который есть к этой винтовке, но на нем чуть позже. Сначала немножко по основным вещам пройдусь. Доукомплектована винтовка вот таким вот тормоз-компенсатором-пламегасителем. Видно, что используется прибор снижения звука выстрела. То есть вот тут вот резьба, и по характеру копоти это видно. Приклад от Макпол на этой винтовке есть. Не знаю, рукоятка тут родная или мененная, это не важно. Самое интересное я сейчас попытаюсь показать из того, что здесь внутри в этой винтовке. Вот здесь вот есть ее родные патрончики. Сейчас я поставлю камеру на штатив. Итак, давайте посмотрим, что там внутри. Хотя пока что там, в принципе, все абсолютно стандартное должно быть. Даем затвор, самый обыкновенный эмочный затвор, ложим его в сторону. И вот тут самое интересное, я давно слышал про такие кит-конвертеры, и вот теперь первый раз увидел его вживую. Получается, что с помощью вот этой вот штуковины один тот же карабин можно использовать под два калибра, это бывает очень удобно. Вот этот кит-конвертер под 22 ЛР, под обыкновенную мелкашку, к нему идет еще вот такой вот магазин, как вы видите. И одна и та же винтовка может стрелять вот этим, может стрелять вот этим. Сейчас я попробую все это установить и показать, каким образом это все работает. Сейчас поподробнее покажу. Значит, вот эту штуковину. Вот здесь вот вы видите такое подобие патрона. Оно же является патронником для мелкашки, для 22 ЛР. Вот так вот это все выглядит. Вот так вот ходит. Вставляется оно абсолютно без всяких переделок на то же самое штатное место. Так, я в камеру там попадаю. Закрывается. Сейчас я проверю. Ну вот, в принципе, все работает. Выглядит это вот таким вот образом, если через экстракционное отверстие посмотреть. Вот так. Сейчас я попробую перезарядить, чтобы вы увидели, как механика работает. То есть вот новый патронник остается на месте, отходит назад подвижная часть. Работает эта вся история по принципу свободного затвора. То есть штатный газ-блок, он уже в процессе перезарядки абсолютно никак не задействован. Интересная штуковина. Для того, чтобы показать, как это работает, сейчас я на стрельбище перемещусь и сделаю несколько выстрелов. Ну что, попробуем стрельнуть с этой штуковины. Уже, по-моему, все работает. Классная штука. И вылетают уже отсюда гильзы. Не 223-го, а вот такие вот маленькие штучки. Все, всем пока.